Приветствую, дорогие зрители канала. Сегодня у меня небольшой разговорный спидпейнт, во время которого я поделюсь с вами несколькими мыслями по поводу будущего канала. Для начала объясню, почему не было видео. Это связано с тем, что у меня был выпуск из школы и поступление в вуз. Было реально тяжело, потому что нужно было быстро собрать творческую папку. Период поступления продлился до августа, когда уже совсем сил не было что-то делать. На канал просто не хватило ни времени, ни сил и ни мотивации. У меня просто кончились идеи и желание вести канал, а именно делать озвучки. Все же это довольно трудный процесс, особенно учитывая, что сейчас ребята из команды тоже усердно учатся, так что ни у кого не хватает времени на озвучку. Даже списаться как-то нормально не получается. Да и некоторые из них просто подустали уже от фандома «Совиного дома». Также неприятно признавать, но я действительно теряю интерес к каналу. Мне хочется как-то изменить его контент, чтобы лично мне было проще с производством видео, но при этом я не хочу терять вас, кто пришел на канал из-за озвучек. Но сейчас мне кажется, что я в ближайшее время не буду возвращаться к ним. Будущего канала для меня туманно. Я просто надеюсь, что смогу как-то возродить этот труп и вновь начать получать от него удовольствие. И очень надеюсь, что вы меня поймете, простите и поддержите. Напоследок скажу, что я не планирую ничего ужасного прям делать с каналом, по типу там удаления его. Это было бы слишком жестоко по отношению к вам и по отношению к себе, ведь я слишком много сил вложил в этот канал. Но, видимо, я просто их не рассчитал. А на этом пока все. Я пойду работать над домашкой для вуза. Хорошего дня, всем пока!